Ульяновске прошла церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Лучшие в 22 номинациях получили грамоты и поздравления от губернатора Сергея Морозова. Это один из немногих конкурсов, который проводится в системе профессионального образования, но этот конкурс, наверное, самый новый и очень интересный, поскольку он носит еще и важную задачу профориентационной работы по работе со школьниками. Поэтому мы здесь решаем несколько задач. Задачи – это подготовка студентов и школьников к требованиям международных стандартов и популяризация рабочих профессий. И, разумеется, подготовка для региона квалифицированных специалистов. По сравнению с прошлым годом, качество улучшилось у ребят. Конечно же, есть куда стремиться. В этом году мы согласовали задание с национальным экспертом. У нас задание было на высшем уровне. Победители примут участие во всероссийском этапе. Он будет проводиться в 7 регионах по группам компетенций. Ульяновская область примет у себя обслуживание транспорта и логистики. Современные рабочие профессии в ближайшем будущем не только будут активно развиваться, но и серьезно поддерживаться со стороны региональной, муниципальной и федеральной власти. А это значит о том, что качество вашей жизни будет очень высоким, потому что уровень корпоративной культуры, уровень заработных плат, уровень развития своих профессиональных навыков и компетенций будет считаться для нас приоритетными. Напомним, WorldSkills проводится в регионе в 5-й раз. Входят в него и номинации для школьников. Они объединены в отдельный этап JuniorSkills. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.